Активность, любознательность, общительность, эмоциональность и отзывчивость. Задача воспитателя детского сада – разбудить в ребенке именно эти качества. Новый федеральный стандарт образования, который в этом году уже принят и утвержден для дошколят, вступит в полную силу на следующий год. Разработчики проекта делают акцент на том, что детство – это самоценный этап, а не только подготовка к школе. Образование выступает как институт социализации и индивидуализации, а не сводит только к сфере услуг. Федеральные стандарты в йошкар-олинских детских садах уже начали постепенно внедряться. Об одном из таких опытов в нашем следующем материале. Ели, 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 завертелись карусели. Такие динамические минутки – ежедневная практика для малышей детского сада «Аленький цветочек». А по новому федеральному стандарту – важная часть образования малышей. Проигрывая с детьми песни, сказки, стишки и потешки, педагог добивается снятия напряжения у малышей. После таких упражнений ребенок готов к восприятию информации. Кстати, именно так в игровой форме по госстандарту должны строиться все занятия в детских садах. Так как одним из приоритетных направлений деятельности нашего детского сада является художественная статья, развитие, потому как мы считаем, что это одна из важнейших сторон развития ребенка. Способствует оно обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность дошкольников. По федеральному стандарту воспитатели придумывают не только новые игры и формы работы с детьми, но и привлекают родителей, создавая тем самым комфортную эмоциональную среду для детей. Комплексная работа в рамках стандарта, кстати, будет обязательной для всех дошкольных учреждений. Так, к примеру, в детском саду «Аленький цветочек» решили провести конкурс талантов. Дети пели, танцевали, читали стихи. Все номера, что очень важно, готовили родители дома. Гимнастика для 7-летней Полины Суховой не просто увлечение, а уже образ жизни. С 3 лет она выполняет шпагаты, мостики, захваты. Маленькая Полина говорит, мама ей помогает и поддерживает во всем. Ребенок видит, что семья с ним, что мы поддерживаем ее, и на соревнования мы ездим, стараемся вместе с ней. В общем, участвовать обязательно нужно вместе с ребенком. Необходимость в госстандарте появилась, как только дошкольное образование стало рассматриваться как отдельный уровень общего образования. Но все новое – это, как известно, еще и хорошо забытое старое. Новый госстандарт, по сути, возрождает традиции советских садиков. В 90-е годы, говорят специалисты, пошли на поводу у родителей и загрузили малышей дополнительной подготовкой. Сейчас во главу угла поставлена игра. Чтобы в полной мере ею овладели педагоги, авторы стандарта заложили в проект пару лет переходного периода. За это время все сотрудники дошкольных учреждений изучат новый ГОСТ, а вузы подготовили необходимое количество специалистов, которые будут обучать не за партами, а в игровой форме. Впрочем, не только педагоги, но и психологи видят главную проблему сегодня в том, что детей постоянно к чему-то готовят. В саду к школе, в школе к институту. Таким образом, не давая им возможность просто и с удовольствием прожить детские годы, которые, как поется в известной песни, не повторятся больше никогда. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.